Угал меня. Да ты на заставку попадешь. А? Сейчас сложнее город. Ты сейчас с ямы заезжал или с бок? С ямы. С ям. На второй более приятней. Накормил песком.
все. Старость не рада, что потому что боялся. Тебя завернуло вообще хорошо. А? Тебя вообще хорошо завернуло. Давай уже на заставку попадешь. Бензин льется. Так, бэкстейдж снимаем, бэкстейдж. Сцепление отпускай. Ну и так, и так. Блин, у меня очки запотели. Я не успею поднять спирт. Не, ну есть как вариант, не обязательно с дорожки, можно дальше, он едешь прямая там он. Не, вот я уже устал, все. Я уже старый, Миша молодой. Ну правильно, ты уже до меня не подмазываешь, я старый. Еще молодые, вам учиться, мне уже нечем учиться. Поднимай! Газу! Газу! Газу давай! Газ больше! Как вы считаете, тренировка ваша как проходит? Отлично. Отлично. А что видео не монтируете никакое? Пока только, бля. Снимает, снимает. Куда эти видосы? Какие? А нет. Да ну. Оно уже стромно получается. Ты должен был проехать. С поворота тут. Понимаешь, мне надо пол газа давать. Больше там будет захлебываться двигатель. Добро напишу. Едем оттуда вообще. Вот и я сомневаюсь, как не сомневался. Это даже если мы перепрыгнем, то мы здесь станем и закопаемся сразу. Или упадем, и будет в кадре, давай. Вот отсюда тронуться надо еще. А здесь наискосок будет, и мы будем падать, блядь, на левый бок все. А мотик будет оставаться там между этим бревном и деревом. Ну, мотик на тебя как раз улетит. Давай, время тикает, у меня камера садится, давай.
Ой, бля, жесть. Нормально, ну палка нормально подняла. А я не заснял. А я заснял. Жесть. Бля. Надо кидать этот моцик и похер на него.